Кирове на улице Мостовицкой в районе дома номер 15 построят школу с бассейном и студией робототехники. В четырехэтажном здании будут учиться 1100 детей. Об этом пишет портал «Свой Кировский». Помимо учебных кабинетов, в школе будет несколько лабораторных практикумов инженерно-физического и естественно-научного направлений, а также для изучения основ анатомии и физиологии человека. Кроме того, школьники смогут посещать студию информационных технологий и робототехники, мастерские для обучения домоводства, кройки, шитья, столярного и слесарного искусства. Для занятий спортом предусмотрен бассейн, один тренажерный зал и два универсальных. Планируется, что школа будет готова к концу 2023 года. На ее строительство выделят 914 миллионов рублей.